Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и мы с вами продолжаем играть в хорошую пиццу, отличную пиццу, фестиваль костров! И сегодня, я так думаю, у нас будет с вами авокадо. Поэтому не забывайте клацать лайк, подписываться на канал, дорогие друзья. Все это очень сильно поможет в развитии канала. Поэтому, да, буду вам очень признателен. Не забывайте это все и делать. Так, что у нас здесь? Берем, сразу сходим в сад, потому что я помню, что я... А, нет, смотри, все, посмотри, блин, перец. Оливочки так красиво выглядят, жесть. Блин, вот это мне прям нравится. Оливки выглядят просто мега топ. Так, что я хочу? Я хочу баклажаны, оливки и сладкий перец на максимум тоже возьму. Потому что сладкий перец, это нам всегда пригодится. Он у нас сейчас на данный момент пустой. Так, так. Ну, ладно, пока что оставим так. В принципе, чеснок у меня пока что фуловый. Эй, привет! Вот твои семена, как и обещала. Твоя первая партия за мой счет. Спасибо. Ай, блин. Я забыл, мне же нужно посадить их в магазине еще. Счастливого сбора урожая. Спасибо, только я... Эй, ладно. Блин. Ладно, потратил я чеснок зря, ребят, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Тут, к сожалению, да. Так уж бывает. Бывает, бывает. И вот такие авокадики у нас с вами. Трачу все удобрение, ребят, чисто для того, чтобы у нас с вами был авокадо, чтобы мы сегодня уже могли его заценить. Садоводческая жилка у нас с вами получена достижение. И сразу новые авокадики я тоже высаживаю. Блин, вот закрытые грядки хотелось бы тоже, конечно, туда посадить что-нибудь. Ну да ладно. Поехали! Есть у нас авокадики, и это замечательно. Полностью одетая пицца, это... Ага, вообще все. Я, блин, нифига себе. Блин, надо было робота напрячь. Надо было напрячь робота ради этого. Я думаю, что это было бы гораздо более разумно. Ну ладно, пофиг, в принципе. Оливки у нас теперь с вами, да, видите, тоже с индикатором. Это показывает, что у нас есть оливочки бесплатные. Вот то же самое с перчиком теперь. Довольно-таки это прикольно, я вам скажу. Так, кстати, а я вот обращаю внимание, у нас все еще нет трюфелей. Куда они делись, реально? Слушай, вот это интересно. Мне вроде бы говорили, что они должны быть в магазине ночном, но я их что-то не вижу. Кто знает, ребят, дайте знать, потому что вообще-то как бы трюфель-то я вроде как, ну, как бы у меня не должны быть, разве нет? Что-то не очень понятно. Хотя бы высаживать их в саду, что ли, и то было бы хорошо, а то что-то так как-то мне не очень нравится, что у меня их вообще нет. Так, ветчинка есть, креветки есть. Капец, у меня уже рука устала, конечно, но это капец огромная пицца. Здесь без вопросов, это занимает время. И надо было стопудово, конечно же, надо было просто напрячь робота. Это, ну, прям вот в такие моменты, ребят, это да, это было бы хорошим вариантом. В принципе, не то чтобы это сильно сложно, да, здесь не нужно особо думать. Просто тупо кладешь все начинки, которые есть, но, блин, все равно... очень долго, и опять же рука начинает болеть от того, что ты клацаешь постоянно, плюс еще глаза разбегаются немножко, если уж честно говорить. Так, и у нас с вами что? Сразу получили на достижение, задание точнее выполнили. Соленый моряк, две штуки, поехали сразу же. Слушай, у меня 50% осталось, поэтому давай-ка я, наверное, быстренько сделаю. Оп. Потому что не хочу, чтобы меньше 50 было. Окей. Ей что-то не понравилось? Не возврат, конечно, но мы не получили эти чаевые. Вообще не получили причем. Слушай, мне как-то непонятно почему-то. Хм, странно. Очень странно. Так, три рыбные, но сначала два соленых моряка мы с вами сделаем. В принципе, на три рыбные тоже можно было бы по большому счету сделать эти... робота, но по большому счету, опять же, это довольно простые пиццы, поэтому я не хочу тратить бесплатную попытку робота на них. Так, соленый моряк, это у нас вот так вот делается. Угу. Рес, девес, и теперь делаем три рыбные. Это нам тоже нужно сделать, конечно же. Давай начинать. Раз, два, три, и просто тупо кладем анчоусы на все. Опять же, ничего особо сложного, просто, ну, немножечко занимает время. Совсем чуть-чуть. На самом деле, прилично занимает, конечно. Но три пиццы — это хороший доход. Если честно, мы с вами пока очень хорошие имеем заказы. Но я не очень понял, что я сделал не так. Я то ли что-то не положил, то ли что-то переложил. Одно из двух.
И если кто-то знает, ребят, тоже можете писать в комменты. Я, конечно же, лайкну коммент, который правильно отвечает. Кстати, в прошлой серии в комментариях много видел, что многие писали, что печка действительно изменила цвет. Ребят, да, она меняет цвет после достижения, действительно, ой, после обновления. Действительно, она теперь меняет. Но, если вы зайдете в настройки там, вот после дня в декор свой, вы можете опять ее поставить золотой. Ну, то есть, в прошлой серии я тоже это сделал, поэтому можете посмотреть видос, там все детально, в общем-то, показано. Хорошо, два соленых моряка держите. И сразу же принимаем сладкий перец. И две макси, замечательные заказы, ребят, просто прекрасно. Сыр, сосиски, пепперони, грибы. Без вопросов, сыр, сосиски, пепперони, грибы. Сыр есть, сосиски есть, пепперони есть, грибы есть. И одну со сладким перцем мы с вами тоже сейчас делаем для доставочки. Раз, два. Сыр, сосиски, пепперони, грибы. Да, вроде все, все правильно. Хорошо, и две макси, ребята. Это тоже надо начинать уже делать потихоньку, потому что, в принципе, ну, у нас есть еще время. Ладно, я вот так вот заготовочку сделаю. А на следующий заказ уже сделаем две макси еще. Раз, раз, два, три. Найс. Хорошо, отдаем. Замечательно, чаевые хорошие. Блин, вот, конечно, с той пиццы первой тоже мы чаевые отличные получили бы. Пицца с анчоусами. Найс. И две макси мы сразу с вами тоже сделаем. Потому что почему бы и нет. Так. Лучок. Единственная пока начинка, опять же, из максимальных пицц, которую мне приходится раскладывать вручную. Это моя максимальная цель, ребят. Вот когда мы с вами закончим с декором, мне по-хорошему надо реально покупать автоукладку лука. Это прям вот must have, на самом деле, must have. Так, и одну с анчоусами. Последнее время реально много пиццы с анчоусами просят. Если была бы автоукладка анчоусов, тоже она мне очень сильно помогла бы. Сэкономила бы огромное количество времени, если уж так по-честному. Ой, готово, хотел сказать. Раз, два, три сюда. Раз, два, три сюда. И раз, два, три сюда. Замечательно, блин, я прям жду, когда будет вечер. Хочу закончить этот день, потому что мне, во-первых, хочется закупиться немножечко. У меня такая возможность сейчас имеется. Со сладким перцем, пожалуйста. Вот, а во-вторых, конечно же, хочется еще и посмотреть, что там вообще за фестиваль костров-то такой. Буду пить Джокера, это зеленый перец, фиолетовые баклажаны, красные пепперони. Зеленый перец, фиолетовые баклажаны, красные пепперони. Зеленый перец... Фиолетовые баклажаны, красные пепперони, все. Блин, такое ощущение, что пиццы повторяются, если честно. Как будто бы я в прошлой серии почти то же самое делал. Как будто бы, на самом деле. Конечно, разница все равно есть. Я точно помню, что я эту большую пиццу первую не делал. Но в остальном довольно-таки похожий день на предыдущий. Окей, 6 баксов, хорошо. Смотрим дальше. Надо еще люстру эту убрать. Она вообще не вписывается в наш антураж, если честно. $54, найс. Ну да, она что-то как-то не в тему. Пап, пожалуйста, это пепперони, ананас и перец. И зеленый соус. Блин, ребят, очень похожий день. Я не знаю, может, меня глючит, конечно, дежавю какое-то. Но, по-моему, очень похожий день. Пепперони, перец, ананасы. Но это 100% не может быть тем же самым, потому что, опять же, вот эту большую пиццу я стопудово... Блин, или я робота попросил сделать ее? Блин, не помню, ребят, честно. Но это, по идее, не может быть, просто потому что у нас не было авокадо. То есть это не может быть тем же днем. Но пиццы как будто бы реально повторяются. Это удивительно немножко. Так, две грибные... Слушайте, очень похоже. Я что-то не пойму, может, что-то забаговало? Ребят, у кого есть возможность, посмотрите предыдущий видос просто. Мне кажется, что какой-то из дней реально повторяется один в один, буквально. Блин, вообще не пойму. То ли меня глючит, то ли лыжи не едут. Непонятно. Так, две грибные... Ага, очень хрустящая она попросила. Одну, к сожалению, обычную сделаю. И я помню, что я прям и рассуждал, успею я сделать или не успею хрустящие. Слушай, прям странно. Может быть, конечно, это у меня глюки какие-то. Не знаю, не знаю. Так, здесь у меня, кстати, открывается 5 ускорителей печи. Как собрать все? Блин, я когда так нажимаю, я собираю или нет? Вот мне тоже интересно. Хм, ладно. Окей, хорошо. И у нас есть авокадики. Это значит, что мы сейчас с вами... Ой.
Так, а как мне... О, смотри. Найс! Ух ты, ты сделала это! Это так потрясно! Именно. Раз уж вы здесь, не могли бы вы приготовить мне пиццу баб? Это как БСТ, только с авокадо вместо салата. Салата. О, кстати, вечером, смотри, работаем. Придержи соус. Баб, то есть это... Базилик, авокадо, перец? Помидор, авокадо, бекон. Нифига себе, вообще не угадал. Добавь сыр, но не добавляй соус. То есть сыр, помидор, авокадо, бекон. Сыр, помидор, авокадо, бекон. Ну, спасибо, что мне подсвечивают даже. Сыр, помидор. О! Смотри, меня прям обучают заново. Прикольно, прикольно. Сыр, помидор, авокадо. Вот они у меня такие слайсики авокадо симпатичные. А, так, авокадо и бекончик. Прикольно. Интересно, зачем меня обучают заново? Уж если я дошел до этого момента, скорее всего, я умею это делать. Согласна? Не знаю. О, найс! Вот это пицца... О, это пицца. Печь так печь, во. Кайфово, ребят. Прикольно, прикольно. Какой-то инвентарь мы с вами перевезли, но какой-то... Чувак, я всю жизнь искал идеальную волну и идеальную пиццу. Сейчас я ищу только идеальную волну. Таким... О, прикольно. А что... О, я могу мороженое делать? Офигеть. Походу, да. Как дела, чувак? Я катаюсь на серфе, скейте и сноуборде. Дайте мне начинку, похожую на морскую черепаху в океане, и колеса на скейтборде. Положите все это на... Чего, блин? Хочу авокадо и пепперони на сыре и соусе. Понятно, спасибо за подсказку. Авокадо и пепперони на сыре и соусе. Окей. Авокадо и пепперони на сыре и соусе. Я, честно говоря, не очень понял, какой именно соус ему нужен, но я думаю, что томатный. Авокадо и пепперони. Ну, это нормально вроде. Время, кстати, не идет, обратите внимание, но у нас здесь количество клиентов ограничено. То есть, видимо, это будет именно не по времени, а по клиентам разбито все. Слушай, интересно, что тут еще мороженку можно делать, походу, реально. Возможно, ты не мастер серфинга, катания на скейтборде или сноуборде, но ты определенно мастер пекать. Ты просто крут, друг. Спасибо. Спасибо. День, приятель. Эти волны почти так же хороши, как те, что в Австралии. Мы там любим лук на пицце, но я хочу уравновесить красный соус каким-нибудь мягким зеленым фруктом. Цветущий лук и авокадо с красным соусом и сыром. Хорошо. Красный соус, сыр. Цветущий лук, это, видимо, вот он. И авокадо. Блин, вот опять же, мне прям нужна автоукладка лука, ребят. Вот прям, прям очень нужна, если честно. Так, и авокадики тоже у нас с вами идут сюда. Не зря я удобрение использовал, по ходу дела, да? По ходу дела, не зря. Авокадо еще чем-то похоже на яблоки, честно признаться. Вот такие вот маленькие, не кружочки, а эти, кусочки. Кусочки яблок, прикольно. Нормас, нормас, держите. Ты заслуживаешь золотую медаль за эту пиццу. Спасибо. Все. Так, а это вообще-то влияет на что-то или... Что-то я вообще не понял. А нафига я это все делал? Можно узнать вот так вот на секундочку? Брать все. Слушай, только я это собрал. Чё-то я вообще ничего не понимаю, честно признаться. Вообще ничего не понимаю. Так, давай купим чехол челюсти акулы. Он очень прикольный, мне он очень сильно нравится. Что мне не нравится, так это то, что я не вижу пол прикольный. Вот который я видел, он... песчаный пол есть, блин, но это не совсем то. Я видел там вот именно водяной такой пол. Но не синий ковер, конечно, а именно такой водяной красивый пол. Но, ребят, я куплю тогда песчаный, потому что, ну, наш пол вообще пока что не смотрится, не в тему. Поэтому, блин, или... Сейчас посмотрим, что-нибудь еще тут интересное есть или нет. Откройте мне лето, пожалуйста. А что такое? Почему лето не открывается? Так, еще и ремонт. Что-то у меня лето перестало открываться. Не понимаю, почему. Автомат с напитками 800 баксов. Блин, как же все дорого стоит. Это, конечно, просто капец. Есть кокосовая эта штука. Есть монстера. Слушай, можно кокосовую пальму, конечно, купить тоже как вариант. Но я, наверное, куплю все-таки пол. Мне больше нравится пол. Хочу именно его купить. Вот так. Хорошо. Поехали.
Идем дальше. Как знаменитость серфинга из Голд Коста влюбилась в волны с нашего побережья? Для этого потребовалось всего лишь местный пекарь. Подробнее о Стефани Чизмар сегодня вечером. Вот и все. Так, значит, мы еще и какую-то знаменитость угостили, ребят. Нормас, нормас. Блин, вообще прикольный Иван. Давайте посмотрим, как будет выглядеть наша пиццерия теперь. О, да, вот это реально летний вайб. Но, ребята, на сегодня все. Да, сегодня мы только один день сделали, потому что много чего было другого интересного. Поэтому на сегодня такая вот небольшая серия. Если хотите узнать, что же будет дальше, причем тут вот эта девочка к нам подошла, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Чем больше этого всего будет, тем, соответственно, быстрее выйдет следующая серия. Ну а на сегодня, пожалуй, что все. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока.